Алмазов наверняка контролирует ее, используя ребенка. Иначе она бы ни на минуту с ним не осталась. Вопрос. Как подступиться к нему, чтобы не навредить девочкам? Может, а уже здесь законы не действуют? Это вообще-то похищение человека. По факту исчезновения Оли уже заведено уголовное дело. Во-первых, мы не в столице. Во-вторых, все менты в кармане у Мазова. Ты, кстати, с ними неплохо пообщался. Еще хочешь? Был у нас один честный человек, Сергей Петрович. Но он погиб. Больше там разговаривать не с кем. Значит, я сам пойду и буду разговаривать с этим вашим Мазовым. Что у вас здесь за беспредел творится? Паша, вам Наташа рассказывала про мозоли и лапу? Ну да, рассказывала. Друзья детства. Что? А мы можем показать, где они похоронены. Рядышком. Они вообще ни при чем были. Чтобы идти к Мазову, нужно иметь при себе какие-то козыри. И мы как раз сейчас над этим работаем. Кое-что у нас уже есть. Смотрите. Ксюша, как думаешь, что это значит? Я это уже видела, но мне там не хватает информации. Ну, смотрите. Если вот это поменять местами с этим, то получается адрес сайта. Ну, не его начало, а окончание. И от этого толку мало. Именно сайта? Ну, сайта или блога. Потому что если блога, то это может быть адрес блога. Вот это журналистский качество Скалова. Нам половину удалось расшифровать, а там еще хостинг у нее был, где какая-то важная информация и хранится. Но до туда уже не добрались. Слушай, а неплохо для журналистки. Нет. Свободны! Ну что, будем считать, что завтрак прошел в теплой дружеской обстановке. Интересно, как целуешь меня? Поцелуешь меня или Нину? Что ты сказала? Ну как, ты за завтраком дважды меня назвал Ниной. Какой Ниной? По-моему, так звали твою бывшую жену. Или ты уже не замечаешь, что ты говоришь? Может быть, тебе к врачу сходить? Ограниченный доступ к файлам. Ну, это семечки. Сейчас, секундочку. Видео со скайпа. Кать, я же дневник начала вести, когда он меня бьет. А бьет он меня все чаще и чаще. И я теперь знаю наверняка, что рано или поздно он просто не сможет остановиться. И просто меня убьет. Нет, Катя, я просто не могла говорить, поэтому сорвалась со связи. А если он узнает, то...
ведь говорили, что это все началось не сразу, так? Да, конечно, не сразу. И тем более я же не думала, что будет так страшно. Я же верила ему. Я верила, когда он говорил, что просто сорвался, что я не понимаю, у него проблемы на работе, что он устал, значит, я сама виновата. Не знаю, когда нужно потерпеть. Нина. Я ни с кем не говорила. Говорю я. Нина, вы еще здесь? Нет, пожалуйста. Сколько это будет продолжаться? Пожалуйста. Алло, Нина, вы меня слышите? Да, не надо. Я запретил тебя. Нина! Почему ты не слушаешься меня? Это я сделаю. Как вы бежите, если здесь нету ключа от ворот? Тем более там полным-полно охраны. А я сейчас и не могу бежать. Понимаете, моя дочь у него, и он ее где-то прячет. Пока не знаю, где я заложница. Нужно все подготовить для побега и ждать нужного момента. Николай, я могу на вас рассчитывать? Конечно. Понимаете, я хочу свести Мазова с ума. Мазов и так, мягко сказать, нездоровый человек. Вот именно поэтому я хочу подлить масло в огонь. А зачем и как вы это сделаете? Я хочу, чтобы вокруг него происходили странные вещи, связанные с его бывшей женой Ниной. Он и так верит, что она его преследует. А возмездие и страх смерти возьмут свое. Ох, он может превратиться в обезьяну с гранатой. Это очень опасно. Еще неизвестно, что он может вытворить. Именно в этот момент он меня и отпустит. А почему в этом уверен? Потому что сама Нина его попросит об этом. В смысле? Коля, ты здесь? Так, я его отвлеку, а вы через дальний гараж пробирайтесь к дому. Ключи я вам сделаю и понесу. Хорошо. Да, интересные дела у вас там творятся. Ну, допустим, это правда. Что значит «допустим»? Я сам собственными глазами видел Катю, Наташу. Ну, вот видишь, ты сам не знаешь, кого ты видел. Ты представляешь, как твоя история это будет выглядеть для следствия? Если этот Мазов там действительно царь и бог, то никакие менты и прокуратуры ему ничего не сделают. Я так понимаю, был там один честный человек, и тот весь вышел. Ну и что ты предлагаешь делать? Нужно его как-то отсюда присунуть. Но для этого нужны конкретные доказательства конкретных преступлений. Тебе что, мало? Убийство, наркотики, похищение людей. Похищение пока не актуально. Его не доказать. Если твою жену шантажируют ребенком, она никаких показаний не даст. Если Мазов этот действительно умный мужик, то ребенка он держит где-то отдельно. Так что пока ваша дочь Оля у него в руках, мы ничего не сделаем. То есть ты хочешь сказать? Да не перебивай ты. То, что вы накопали по наркоте, это, конечно, хорошо. Но такие дела требуют времени. Которого у нас нет. Которого у нас нет. Зато у нас есть конкретный криминал по девочке-журналистке и по бывшей жене Мазова. А вот это можно действительно быстро и эффективно запустить. Мазов идет на выборы. А тут как банка на хвосте у кота. Обвинение в убийстве. А это уже повод для допроса, ордера на обыск, ну и всего прочего. Ну и чего ж тебе еще не хватает? Да мне-то как раз всего хватает. Я сейчас с тобой разговариваю, с беглым подозреваемым. И мне этого на статью как раз хватит. А вот для следствия... Гипотетического следствия. Заметь, улик не хватает. Записи скайпа — это, конечно, хорошо. Но ты что-то там говорил про какой-то дневник. Да, его бывшая жена вела дневник. Вот. Вот его бы добыть. Вот это был бы повод для конкретного разговора. Ну все. Давай. До связи. До связи. Дневник должен быть в доме. Наташка говорила, что еще тогда его видела. Ну и как нам его достать? Даже если бы у нас был ордер на обыск. А зачем нам ордер? Если на каждую софтину покупать лицензию, то будешь только на это работать. Как на лекарство. Мы ломанем код. А я даже знаю, кто нам поможет. Пойдемте. Thank you.
Ладно. Будем считать, что я не сошла с ума. Что я должна сделать? Тамара Николаевна, помните, перед выпускным мы приводили в порядок территорию вокруг детдома? И вы тогда с нами подметали? Помню. И вы тогда оделись для работы, ну, попроще. А мимо шли ребята, компания, они матерились. Ну да, я им еще сделала замечание, они мне сказали, ты чего включила директора? Подметала. Вот. И вы тогда так преобразились, что вас было просто не узнать. Ну и? А если вы к Мазову устроитесь уборщицей? Ну так Мазов же меня все равно узнает. Ну не он же к себе прислугу на работу набирает. А вам бы так, на денечек устроиться. Пойдете в дом, увидитесь с Наташкой. Может, я как-то, ну, так приду к нему, найду какую-то причину. Тамара Николаевна, если вы так придете, так сказать, официально, кто вам разрешит по дому гулять? У Мазова с этим строго. Ну да. Хорошо, я поняла. Нужно найти подходящую одежду. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, Ольге, что пришла Тамара Николаевна. Она знает. Кто? Я получила аванс за работу на благотворительном вечере, но я заболела и не смогла. Мы договорились, что я сегодня отработаю. Мы с ней созванивались. Здравствуйте. А вашего главного нет? Говорят, он у вас очень строгий. Нету. Если бы и был, он бы тебя не заметил. Давай, проходи. Направо. Праздник уже. Фронт работы вам известен. Если что-нибудь понадобится, я буду прямо по коридору направо. Хорошо. Можете начать прямо с этой комнаты. Здесь. Он приехал за тобой и за Олей. Наташа, мне нужно найти дневник Нины. А? Ты не знаешь, где он может быть? Да. Я не знаю, где Мазов держит Олю, но я это обязательно выясню. Вы сможете еще раз приехать? Думаю, вряд ли. Мы этот приход еле организовали. Мы что-нибудь придумаем. Катерина, позови ребят! Вам надо бежать. Ребята, а в чем дело? Я что, перерыв объявляла? Катерина! Я же вам сказала все убрать. Катя, в чем дело? Проконтролируй. Быстрее шевелимся. Без обеда останетесь.
Мазов меня не видел, он приехал, когда я уходила. Всем привет. Ну, в общем, все получилось, как мы задумали. Охрана отвлеклась на фейерверк, Наташа подошла к окну и меня тоже узнала. Не удалось ни поговорить, вот она передала дневник Нины, о котором вы говорили. Сказала, что попытается узнать, где держит Олю, но каким образом она передаст им информацию, я не понимаю. Ну, тут надо подумать. Господи, это письма с того света. Думаю, он меня скоро убьет. Отлично. Ксюш, ты чего? Он же убил ее. Что тут отличного? Аня, только давай без соплей. Что убил, плохо, а что дневник остался, отлично. Так, дневник нужно как-то передать в столицу. Твой друг следак не тот уровень. Тут нужны связи посерьезнее. Можно подумать, у тебя есть связи посерьезнее. Поверь, я знаю, к кому с этим обратиться. Давай. Давай. Да, Макс, прости. Сейчас посмотрю. Все очень просто. Продукцию предприятий Мазова реализуют через столичные торговые сети. Дальше уже торговые сети толкают всю эту туфту в регионы. А что там с этими сококомпотами? Такая же несъедобная фигня? Все качество ниже плинтуса. А где они деньги берут? Тут начинается самое интересное. Все получатели продукции торговых сетей – те же фирмы, что получают капусту. То есть они рассчитываются с ним не столько за товары и продукцию, сколько за приобретенную наркоту в этой капусте. И сразу убивают двух зайцев. Деньги проходят официально, и тут же их отмывают. То есть они получают неликвидную продукцию, рассчитываются за наркоту. Ха, весело. И главное, чисто. А еще предприятие господина Мазова получает государственные субсидии для сохранения рабочих мест. Ну, с этим-то как раз все понятно. Но ничего, у нас тоже есть на Мазова кое-что похлеще, чем вся его капуста. Что может быть похлеще капусты с наркотой? Я расскажу. Только ты сначала вот что мне скажи. У тебя в столице есть к кому обратиться? Ну, если у тебя действительно есть что-то серьезное. Два убийства как минимум. С доказательствами? Но если следак не слепой, то с доказательствами. И если у него крыша похлеще, чем у Мазова? Крыша тут всегда проблема. Зайдешь под крышу, потом очень трудно выйти. Ну так ты поможешь или нет? Есть у меня один вариант. Некий Семеновский. Очень серьезный человек, он давно на жах с Мазовым, он предлагал мне свою помощь на выборах. Я знаю, что это за помощь, и как за нее потом расплачиваться. И? Я позвоню ему. Кандидат в мэры Мазов Леонид Константинович организовывает благотворительный гала-вечер. Цель вечера – собрать средства для детей-сирот и подарить ощущение заботы детям. Благотворительное мероприятие запланировано организаторами как яркое. Супер. Благотворительный вечер. А значит, там все будут с женами. И что? Нам нужно туда попасть. Мазова позови! Мазов! Я разберусь. Ты ее сюда поставила. Ну, клянусь, что не она. Тебе мало издеваться надо мной, да? Зачем ты ее поставил ко мне на камин? Я должна любоваться ею. Она же стояла... Да, она в вашей спальне, но я бы без вашего разрешения. И к тому же дверь у вас всегда заперта. Ладно, свободно. Может быть, ты уже определишься, с кем ты живешь? А то, смотри, позовет и не остановишься. Или ты специально это делаешь? Чтобы я помнила, чем это закончится. Ничего, я помню. Каждую ночь в страхе просыпаюсь. Леонид Константинович, на гала-вечер просится ваш главный конкурент, Глеб Потокин. Вот как?
Если это не провокация, тогда он просто подставляется. И что он может спровоцировать? Голым на столе станцевать? Все отобранные по списку люди, они проходят через безопасность. Ну, в общем, я так думаю. Тем более, журналисты все свои. Чего бы ни произошло, лишнего не вякнут. Пускай приходят. Что-то еще? Вы в офис приедете? Нет, не приеду. Мне нужна... Заплатим для жены. Вот, тоже хороший ход для компании. Кандидат не едет в офис предвыборный, потому что должен заехать заплатим для жены. Семья выше политики. Ладно, все, надоело уже. Перестань пугать прислугу. Я помню все, что обещал. Я надеюсь, ты тоже помнишь, что у нас сегодня вечером... Помню. Здравствуйте, Леонид Константинович. Дай Оле телефон. Да, я понял. Поговори с мамой. Алло. Оля. Привет, мамочка. Олечка, солнышко, ты как? Хорошо, а кушать меня не заставляет. Капризуля. Но ты не голодная? Нет. Зубки чистишь? Да. Алло. Алло, Оль, тебя снова плохо слышно. Алло. Это самолет взлетает. Подожди, сейчас он летит. Хорошо. Оля, сейчас ночи очень холодные. Ты ночью не мерзнешь? Нет. А дом у вас теплый, кирпичный? Сколько там? Ты на каком этаже? Я как на даче. Теплый кирпичный дом с петушком на крыше. Он все время крутится. А еще я купаю каждый день своего веслоухика. Оля, мама не расслышала. А ну повтори. Я купаю каждый день своего веслоухика. Так это же ты слушаешь. Ну да. Ну да. Ну хорошо, тогда до встречи. Целую, доченька. Пока. Все! Не ожидал тебя такого. Ты что, хочешь совсем не увидеть свою дочь? Да! Да ты не увидишь ее никогда. Мне жаль. Девочку. Нет, нет, не смей причинять ей вред! Это твоя дочь! Что? Это твоя дочь. Что, ты приглашение получил? А,
Сделай так. Вот, я думаю, он тоже так же обрадуется, что мое присутствие сыграет ему на руку. Приглашение на благотворительный гала-вечер на две персоны. Дресс-код, блэк-тай. Я так понимаю, что это значит... Да, смокинг для мужчины, вечернее платье для дамы. Платье? Здорово. А в джинсах никак? Джинсы — это хорошо. В этом случае, боюсь, не подойдет. Нужно вечернее платье. Ну, это же не обязательно. Обязательно. Но я не верю, что все придут... Нет, вечернего у меня ничего нет. У меня все только универсальное. Отлично. Сейчас купим. А здесь, кстати, недалеко. Ну и сколько это стоит? Я куплю. С чего это? Для дела. Люблю использовать служебную необходимость в личных целях. А я бы не путала. Личную жизнь с работой. А для меня это одно и то же? А для меня нет. Отличный выбор. Спасибо. Хотели меня видеть? Я хотел видеть ее мужа. Ищем, Леонид Константинович. Ищем, ищем, ищем. Не для этого я тебя звал, не для этого. Ты поторопись, а то может случиться так, что тебя начнут искать. Как Аркадия. Возьмешь платье, отвезешь ко мне в кабинет. Хоть какая-то будет польза от тебя. Может, нужно что-то попроще? А это длина. Ну, как я смогу ходить с такой длиной? Для этого нам нужны туфли на высоком каблуке. Ты что, смерти моей хочешь? Какой вишневый пирог, вкусняшка. Тоже такую хочу. Нет, это мой кусочек, я заслужила. Я из-за этого ем картошку. А давай меняться. У меня в кармане кое-что есть. Я тебе дам это, а ты мне пирог. А что там у тебя? А не скажу. А я тогда... Нет, ты обманешь, у тебя там ничего нет. Есть. Вот. Угадай, что там? Колечко. Нравится? Не мешай мультик смотреть. А хочешь нас с мамой по телевизору посмотреть? Как в кино? Как в кино. Хочу. Ну тогда завтра в 7 часов вечера смотри нас на 8 канале. Ты ведь знаешь, где на пульте кнопка 8? Да, конечно.
Что тебе нужно? Я собираюсь, как мы и договаривались. Откуда у тебя это платье? Ты сам мне его отдал. 10 минут назад. Что? Это очередная идиотская проверка? Ты хочешь, чтобы я это теперь надела? Ты в своем уме? Опусти. Господи, глаза мои этого всего не видели. Посмотри, как ты преобразилась. Давай только без этих твоих. Хорошо, садись. Тебе еще нужно сделать прическу и макияж поярче. Помады яркой у меня нет, теней тоже нет. Так что знаю, поэтому и принесла свою косметику. В конце концов, это практически твое первое свидание в жизни. Думай об этом. Я думаю. Я думаю о том, что мне надо потренироваться ходить на каблуках. Я там буду вместо клоуна. Ксения, ты выглядишь просто великолепно. Счастлив, да? Да. Чего нельзя сказать обо мне? Пошла на эти муки только ради дела. Ты придумала, как встретиться с Наташей? Ну а что тут придумаешь? Уже надеяться, что она там будет, и будет возможность незаметно для Мазы. Хватит на меня таращиться, поехали. Сто пятьдесят раз. 152. 160. 160 раз. 162. 170. 170 раз. 172. 180. 181. 182. 183. Продано. Девушка в третьем ряду. А сейчас, господа, сюрприз нашего вечера. Этот малыш потерял свою мать, и мы в силах ему помочь. Городской зоопарк может принять это чудо природы, если мы поможем. Начальная стоимость лота – 500 тысяч. Однако я вижу в зале кандидата в мэры нашего города Глеба Николаевича Потокина. Я просматривал программу наших кандидатов и знаю, Глеб Николаевич, что вы особое внимание уделяете экологии и природе. Так и может, не будем все усложнять, и вы сразу заберете лот? Для этого нужно сказать только несколько слов, просим. Довольно неожиданное предложение. Я ведь не олигарх и даже не состоятельный бизнесмен. Я иду на выборы не для того, чтобы тратить свои деньги или деньги друзей. Для того, чтобы создать механизмы, которые позволили бы городу жить и работать без привлечения государственных средств или чьей-либо благотворительности. Поэтому, что касается Ленёнка, то я и моя команда готовы организовать сбор средств. И ручаюсь, что озвученная вами сумма будет собрана в течение 3 дней. Спасибо. Господа, на этом торги окончены. Спасибо. Наташа. Пойдем к гостям. Девушку вижу.
Не бойся, это я. Господи, зачем же так пугать? Ты зачем сюда убежала? Мазов меня узнал и спустил своих псов. Зачем же бежать туда, где им легче всего тебя сцапать? Я просто не знаю, что мне делать. Мне не удастся поговорить с Наташей, потому что он все понял и перехватил ее. Я скажу тебе, что делать. Быть со мной рядом – это прежде всего. Во-вторых, нам нужно быть поближе к народу. Я уверен, они не осмелятся что-либо предпринять на людях. Идем? Не будем терять надежду. Давай сюда. Но я же говорю тебе, она когда бросала платок, она смотрела на меня. Как будто бы специально, чтобы убедиться, что я это вижу. Может, она записку вместе с платком выкинула? Уж надо было потом в мусоре посмотреть. Мазов не дал нам этого сделать. И записки точно не было. Хорошо, может, тогда она поняла, что у вас не получается поговорить, и она, не знаю, какой-нибудь знак тебе хотела подать. Ну, какой знак? Ну, она сделала так. Она достала из сумочки платок, она его вытряхнула. Вытерла нос, руки и выбросила. Может, это язык жестов? Да нет, вряд ли. Все-таки жест — это именно жест. Без всяких трудностей с предметами и урнами для мусора. Тогда не знаю. Как у них мусор вывозят? Узнали бы как-нибудь. Баки проверить? Может, она так попытается записку передать? Может. А платок? Или просто под рукой ничего другого не оказалось? Пока ищем платок. Машина нужна. Ксюш? М? Может, Глеб? Который час? 2:45. Ну, вообще-то мы поздно приехали. Может, еще не спит. Thank you.